Страйкбольный привод от компании MRX M27IAR AG. Вставляется в довольно приятной матовой картонной коробке. Комплект магазин, сам привод и паспорт-инструкция. Привод, ну, думаю, многие догадались, в форме не просто арки, не просто штурмовой винтовки, а пулеметной штурмовой винтовки, та самая M27R. В принципе, много ли у нас тут стальных деталей? Немного, но не есть. В основном это прицельное приспособление, ствол наружный, чехол магазина, шелл так называемый. Ну, все остальное это основное тело, наверное, да? Это сплав, либо алюминий, возможно, сплав алюминия с чем-то. Приклад пластиковый. Изделие очень высокого качества. Очень много здесь различных имитаций. Доводчик гильзы, рукоятка взвода, предохранитель. Приклад регулируется так же, как на настоящем. Рычаг сброса затворной задержки. В общем, если хотите научиться обращаться с настоящей М16, в принципе, этот привод вам подойдет. Шароприемник здесь металлический, не то из цинка, не то из алюминия. Определить сложно, в общем, скажем, повышенной надежности. Довольно странное решение комплектовать, наверное, этот привод бункерным магазином. Но, видимо, это просто как затычка. Изделие и без того не дешевое. И они старались максимально все удешевить. Соответственно, это вылезло в комплектации. Кстати, очень удобно здесь добираться, как видите, до отдела с аккумулятором. Просто поворачиваете накладку на затылке приклада, и она у вас под рукой. Не знаю, есть ли смысл лить воду, рассказывать про то, как шикарно привод лежит в руке и так далее. Это выверенная геометрия, выверенная эргономика десятилетиями. А штурмовой винтовки перекочевала в копию, с которой мы с вами сейчас имеем дело. Думаю, так понятно. В общем, как мне кажется, изделие будет очень интересно любителям военно-спортивных игр, для тех, кто хочет, ну, не сказать все и сразу, ну, тюнинговать здесь придется минимум. Я бы только заменил магазин, точнее, не заменил, а доукомплектовал еще рядом механических и пошел играть прям в стоке с воздушными прицельными приспособлениями, потому что и они здесь достаточно хороши.